То, о чем сегодня будем говорить. О функциях, в общем и целом, немножко про то, как в Go можно проще делать некоторые вещи, чем там C, поскольку, ну, чаще всего можно сравнивать напрямую с C, потому что есть даже какие-то доклады, где говорят о том, что Go — это C на стероидах. По сути, ну, такой C с garbage collection и с некоторыми вещами, которые делают написание кода более удобным и работа с ним, соответственно, тоже более практичным. Расскажу про структуры. Есть ли в Go ООП? Хоть в каком-то виде на самом деле есть. Расскажу, что такое интерфейс. И, собственно, вот как-то так, такой план. Банально, что такое функция, я думаю, что все знают. Насколько мы смотрели опросы, в общем, все так или иначе имеют какой-то опыт разработки. Соответственно, думаю, что для вас не будет ничего нового. Там формальное определение функции, func — ключевое слово, имя функции, дальше список параметров, которые в нее передаются, дальше список возвращаемых значений внутри тела функции. Все довольно просто, похоже на, в принципе, любой язык. Есть набор своих особенностей, которые, наверное, сразу и покажу. Но функцию main, я думаю, видели все. Это основная функция пакета main, которая, собственно, в которой происходит работа программы, с которой начинается исполнение. А, собственно, любая другая функция также может быть, также выглядит как функция main, нет никакой особой магии. Функцию может принимать значение, соответственно, просто указывается название переменной, ее тип и возвращаемое значение. Все довольно просто и похоже на все остальное. Для упрощенной записи есть возможность для нескольких переменных, совпадающих по типу, можно их просто перечислить название через запятую и дальше указать тип. Они будут объявлены сразу все, и все будет как бы понятно и просто. Также сделали специальный, скажем, такой кейс, когда вы принимаете неизвестное количество аргументов одного и того же типа. Для этого есть такой шорткат, который называется троеточие. Соответственно, по сути, став вот в этом случае будет представлять из себя slice type int, slice int-of. Аналогичная запись может быть реализована, то есть вот это троеточие, оно используется не только на прием. Но если у вас будет... слишком много. Если вы вызываете эту функцию, и у вас есть, допустим, став, назовем его slice int of 10, 2, парам-парам-пам. И если мне нужно передать этот slice int of, я могу вызвать вот так этот метод. То есть slice будет, по сути, разобран на элементы и передан как по аргументу. Парам-парам-пам. Там ничего не ввожу. Соответственно, еще вот в этом примере есть еще один кейс, очень забавный, который упрощает написание функций, которые по тем или иным причинам становятся большими. Вообще это не очень хорошо, когда у вас функция большая, но есть такая вещь. Вы можете сразу указать название переменной, которую вы будете возвращать. Соответственно, для каждого ретерна
в этом случае мне не нужно перечислять все возвращаемые значения. То есть если я здесь не верну, если я не верну int, компилятор выругается и скажет, что ожидается возвращаемое значение, потому что он ожидает, что я верну переменную типа int. Если у вас эта переменная объявлена уже, во-первых, она сразу инициализирована своим соответствующим null type, nil type, то есть в случае res это будет 0. Соответственно, аллоцирована на стеке, и на выходе вы сможете ее вернуть, ее значение. Возврат нескольких значений, ну, все просто, вы просто перечисляете, только если у вас значение несколько, то по синтаксису вы обязаны указать эти значения в скобках. То есть и тогда вы сможете указывать, возвращать несколько значений также через запятую. Про ошибки, что такое ошибка в Go, я расскажу чуть позднее, потому что это не совсем так просто. Но в общем и целом там какие-то вещи довольно просто можно обрабатывать для нескольких возвращаемых значений. Ну и там именованные значения. Как-то так. В общем, базовые какие-то вещи, конструкции с функциями в основном очень просто реализуются. А что из забавного, что есть в Go? Вася, не знаю, рассказывал вам или нет, насчет функции init. Эта функция находится, если она находится в любом из пакетов, она будет выполнена во время начала исполнения программы. То есть есть функция init, она также не принимает никаких значений, не возвращает никаких значений, но она может подготовить какие-то переменные, которые вам потребуются дальше во время исполнения. И, в общем-то, все. Выполняется, то есть в любом, функция объявлена в любом пакете, в любых пакетах, которые вы используете, они будут выполнены одновременно. Поэтому на порядок их исполнения никаких ожиданий не стоит накладывать. Потому что это решение принимаете не вы. В Go передаваемые значения, возвращаемые значения. В Go по дефолту все передается по значению. То есть вы получаете всегда копии. За исключением, собственно, двух типов. Это slice и map, поскольку... Привет, Даша. Поскольку сами типы являются, по сути, это ссылкой на что-то, ссылкой на структуру, если быть точным, передавая slice, вы получаете не копию, а копию ссылки, соответственно, получаете значение внутри. Вот. В общем-то, по дефолту всегда передается только по значению и возвращается, соответственно, тоже по значению. Если вы хотите передавать по функции, по ссылке, соответственно, вы будете разыменовывать переменную на выходе, на входе, и, соответственно, ну, либо работать с ссылкой всегда. Чем это неприятно, точнее говоря, и здесь есть drawback. Значит, аллокация происходит на стеке, про стек буду рассказывать на следующей лекции, поскольку там немножко больше и много связано с тем, как работает механизм Garutin. Но в общем и целом стек — это некоторая область памяти, в которой вы можете очень быстро аллоцировать какой-то небольшой кусок памяти, как и в других языках в большинстве. Что круто, что это быстро и, в общем-то, очень ненакладно. Как только вы начинаете работать по ссылке, у вас, на самом деле, не всегда, но могут быть аллокации на стеке. Это, грубо говоря, выделение нового блока памяти. Стек быстро чистится, поскольку область памяти фиксированная, на выходе из программы, по сути, дропается целиком. Когда у вас происходит аллокация на куче, это какой-то внешний блок памяти, вы спрашиваете, сколько вам нужно памяти. Соответственно, это занимает и выделение памяти, и освобождение может занимать значительное количество времени. В Go
это реализовано с помощью там, то есть чистить за вас будет ГЦ, но чем больше вы вещей аллоцируете на куче, тем больше времени garbage collection будет за вас освобождать память. Вот, в общем, такая вещь. Ну, то есть для больших объектов, скорее всего, вы будете передавать в любом случае по ссылке, поскольку на стеке место не бесконечное. И как знаменитый сайт программирования Stack Overflow называется так, поскольку это одна из таких частых ошибок, особенно там C и C++, поскольку стек просто может переполниться. В Go есть замыкание, есть... И есть, по сути, как так сказать-то, в Go реализована поддержка функций как объектов первого типа. Такое есть определение формальное. А, соответственно, функции можно передавать и получать как значение. И в общем и целом вы можете объявлять функции, как назвать? Функции могут быть анонимными и, соответственно, также могут захватывать какую-то область видимости. То есть, могу сделать функцию, которая не будет принимать ничего, а будет печатать состояние. Будет печатать my timer. И могу вызвать F. Например, так. Это его можно вызвать? Да. Право. Я получил указатель на функцию, и ничего у меня не получилось. И, собственно, он ничего и не возвращает. Могу вызвать myTimer. Наверное, все. Сам сделать функцию printf. То есть здесь я сделал сразу несколько вещей. Во-первых, я просто объявил функцию и сказал, что она возвращает функцию, при этом с сигнатурой ничего не принимает, ничего не возвращает. Функция getTimer, она возвращает функцию, при этом здесь описывается сигнатура соответствующей функции, которую я собираюсь возвращать. То есть функция, которая ничего не получает и ничего не возвращает. А здесь я создаю новую переменную, и при вызове этой функции она будет говорить, сколько времени прошло со времени инициализации этой переменной. Такая вот магия, так сказать. Соответственно, переменной myTimer вызывается, я получаю
я сохраняю указатель на функцию. Соответственно, я могу ее вызвать в любой момент. И здесь еще вызываю дефер, но, наверное, это чуть позже. Соответственно, функция может быть анонимной, то есть, если вам нужно создать функцию на лету, вы можете не указывать ее имя, использовать это в рантайме. И, соответственно, единственное, что для анонимных функций вы обязаны куда-либо либо сразу передать эту функцию, указатель на функцию, либо присвоить значение какой-то переменной. Иначе не имеет смысла, вы не сможете с этой функцией ничего сделать. Вот. В общем и целом, по замыканиям, это все. Рекурсия, собственно, все так же, как в любом другом языке. Функция может возвращать, может вызывать саму себя, может быть взаиморекурсивные функции, но могут быть очень большие проблемы, поскольку вы будете наращивать стек на каждом вызове. Если вы знаете такую вещь, как называется last call optimization, которая используется во многих языках, и в динамических, и нет, когда функция последней своей операции вызывает саму себя, тогда это работает заметно быстрее, чем если вы не используете такой трюк. Что важно, есть функция defer, точнее говоря, блок defer, который вы можете объявлять. Вещь крайне полезная, позволяет вам, не думая о том, в каком месте закончится ваша функция, освобождать ресурсы или выполнять необходимые действия, которые вам нужно сделать до выхода из функции. То есть там такие вещи, как закрыть connect куда-то, закрыть файловый дескриптор. Сделать любую из этих операций позволяет блок defer, и тогда в теле функции вы можете в любой момент выйти. Блок defer — это конструкция, которая будет выполнена, как только исполнение покинет текущую функцию. Не scope, а функцию. Потому что если я вот здесь описал 10 деферов, они будут выполнены, когда будет завершена функция main, а не когда закончится область видимости в рамках цикла for. При этом defer может быть вызван, то есть может быть объявлен в рамках функции много раз, но вызываться они будут с последнего. То есть вы каждый раз, когда вы вызываете defer, грубо говоря, вы в стек добавляете значение, которое будет выполнено. То есть тот, кто был добавлен последним, будет выполнен первым. И, соответственно, дальше вот здесь в цикле от 0 до 9, а на выводе это будет в обратном порядке. Вещь полезная, позволяет, собственно, писать меньше, не думать о том, в каком месте вам нужно выйти, в каком месте вам нужно освободить ресурсы. Там, типичная конструкция, скажем так, для Go, там, не знаю, допустим, read file, принимаете string, возвращаете слайс ошибку OS
примерно так выглядит в среднем саба, которая открывает файл, что-то с ним делает. И написав вот это, я могу дальше не париться, ну, то есть не волноваться за счет того, не волноваться о том, что на выходе из этой функции я получу открытый файловый дескриптор, который останется зарегистрирован на мою программу и, соответственно, будет висеть. Вот такая вещь. Еще крайне важный функционал, который заложен в функции defer, это обработка паники, так называемая. А в Go нет эксепшенов, в Go нет, не знаю, евалов или try-catch или любых других конструкций, которые вы видели в других языках. А если вы падаете, то есть если что-то происходит не так, вы делите на ноль или делаете какую-то непонятную вещь, типа разуминование nil указателя, вы получаете ошибку, которая называется паник. А в этот ее можно вызывать руками вполне себе. То есть вот здесь есть ключевая функция, которая находится в языке, называется паник. А в этот момент происходит такая ситуация, что прекращается исполнение текущей функции. Вы в этом месте тут же выходите. А в том месте и начинаете подниматься по стеку исполнения. То есть вы вернетесь вот сюда, как будто бы в этом месте просто написано паник. То есть будет подъем выше и выше. Если там с любой глубины вы будете возвращаться наверх, пока кто-то не обработает ошибку. Обработка ошибки выглядит вот так. Есть одна из системных функций recover. А при этом, соответственно, если вы ее вызываете, обрабатываете эту ошибку, можете каким-то образом остановить падение своей программы. Потому что как только вы выйдете из функции main, вы упадете, вам напишется stack trace того, что в данный момент работало, и, собственно, все, программа завершится. Если вы вызовете функцию recover, вы не упадете, вы можете обработать ошибку, понять, что произошло не так, и продолжить исполнение в том или ином виде. Поскольку функция дальше не будет исполняться, я могу написать, конечно, здесь recover. Но сюда исполнение никогда, то есть я никогда не достигну следующей строки. Как только вызвано паник, на этом эта функция больше не исполняется. Но есть блок defer. И defer будет вызван, как только вы покидаете текущий scope функции. И в нем как раз на этапе, когда вы еще не поднялись выше, грубо говоря, вы можете отловить ошибку и восстановить какое-то состояние, не знаю, допустим, записать, то есть из блока defer вы не можете ничего вернуть, но передав сюда какое-то значение, вы можете его изменить, записать туда, то есть, допустим, передать туда ошибку и, используя именованный параметр, в данном случае, наверное, это нормально не заработает, но можно сделать так. Как раз используя анонимную функцию, я могу заполнить ошибку. Но именно в этом случае я получаю самую классическую ошибку, с которой сталкиваются все разработчики на Go. У меня вот здесь есть переменная R, и я планирую ее... не буду себе передавать. Я планирую ее вот здесь инициализировать.
Но при этом компилятор говорит мне, что R никак не используется. Почему? Вот в такой конструкции, грубо говоря, когда вы инициализируете переменные в блоке if, это становятся локальные переменные для вот этого, для вот этой области видимости. Они не будут доступны после R, после if. А в чем, собственно, проблема? У меня есть вторая переменная, что вот это такое, я расскажу чуть позже, называется type assertion. А у меня есть вторая переменная, которую мне нужно инициализировать. При этом я хочу, ну, я ленюсь и хочу использовать вывод типов, соответственно, инициализацию новых переменных. В этом случае я перекрываю, поскольку в этой области видимости есть эта функция, есть эта переменная, и я создаю еще одну, она просто перекрывается. Это называется shadowing. Головная боль во многих местах. Для того, чтобы так не происходило, вам нужно объявить эту переменную. И здесь использовать уже обычное присваивание. И тогда вот в этом месте я, по сути, получу ошибку в переменную, которая вернется из этой функции. Пум-пум-пум. Что, собственно, произошло при запуске. Я попал в блок дефера, поэтому ошибку я обработал. Мимик эррор. Окей, соответственно, что получилось? Сколько здесь был стринг? Собственно, ошибку я отловил, напечатал print deferred, panic deferred. Получил свое сообщение об ошибке, add the disk. И дальше из рантайма получил стек. То есть то, что было бы выведено на экран, если бы я эту ошибку не обработал. Важная вещь, как бы... поможет во многом, ну, собственно, работать с какими-то ошибками. Но в отличие от механизмов exception в языке, там, в языках Java,
или Евалов, механизм очень дорогой, поскольку затрагивает работу рантайм того, что, ну, то есть самого языка. Поэтому встроить на этом логику, наверное, не стоит. Это, так скажем, наиболее распространенная практика — обрабатывать ошибки и возвращать их, честно возвращая их наверх. То есть есть какие-то операции там, при работе с файловой системой или при работе с сторонними библиотеками, где иногда происходят ситуации совсем незапланированные, где, собственно, можно бросить панику. Но это должно быть не самый частый use case, поскольку каждое вот такое исполнение, на самом деле, достаточно значительно притормаживает вашу программу. В чем, наверное, есть еще такая странность. Не знаю, если что-нибудь такое будете делать, столкнетесь, будет странно, поэтому сразу могу сказать. Допустим, у вас есть какой-нибудь STR или, не знаю, там, став, в котором вы хотите вызвать get file desk и здесь вызвать close. При таком вызове вот это будет выполнено как в момент объявления defer. Останется только результат исполнения всего то, что было до этого, и последняя функция. Откладывается только последняя функция. Да. Такая вот особенность. То есть, если вы будете чейнить несколько вызовов, только последняя пойдет именно в defer. Все остальное будет выполнено в этом же месте. Вот. Структуры. Я думаю, что большинство знакомы с языком C, хотя бы в каком-то виде. Объявление структуры выглядит абсолютно точно так же, как и в языке C. Type, ключевое слово type говорит о том, что мы описываем тип. А дальше название типа, дальше структура. Ну, то есть ключевое слово struct, которое говорит, что дальше будет объявление структуры. В структуре могут быть поля. А так же, как, не знаю, Вася рассказывал или нет. Собственно, рассказывал в рамках пакетов. Все то, что у вас объявлено с маленькой буквы, будет видимо только в пакете, в котором оно объявлено. То есть это не совсем приватное свойство, поскольку в рамках пакета вы сможете с ним работать. Но при обращении из другого пакета ни с одним из этих полей работа будет невозможна. Для того, чтобы метод, ну, свойство стало публичным, должно быть объявлено с большой буквы. Тогда, соответственно, с ним можно будет работать. Но в этом примере все еще хуже, потому что я еще и писал тип с маленькой буквы, и, соответственно, этот тип тоже был бы тоже... это не так важно. С типом можно работать в любом случае, если ваша функция возвращает что-то типа... в названии типа, содержащее наименование с маленькой буквы, вы все равно сможете с ним работать. То есть вы не сможете создать вручную объект этого типа, но если функция вам что-то вернет, вы сможете с этим вполне работать нормально. При создании переменной типа struct, вы получаете не указатель, вы получаете именно структуру, то есть уложенный объект в памяти. И все поля будут инициализированы своим соответствующим nil значением. То есть для bool flag будет по дефолту false, counter будет 0, p будет 0,0,0, то есть float 0. Вот такая вещь, то есть для того, чтобы получить ссылку на объект, вам нужно явно указывать, что вы хотите получить ссылку. Если я выполню... ...ту программу...
получу дефолтное состояние. И вот оно. То есть все переменные сразу инициализированы, как и любые переменные в Go. Соответственно, к свойствам можно обращаться. Можно инициализировать структуру через литерал. То есть вы явно указываете тип, и после этого в фигурных скобках описываете, грубо говоря, значение всех переменных. Есть два варианта для такой записи. Короткий. Ну, сейчас компилятор говорит, что я не использую эту переменную никак. Есть короткая запись. Она позволяет не указывать конкретные поля, но тогда вы обязаны указать все поля, даже если вы хотите инициализировать только одно. В этом случае вы можете указать значение только хотя бы для одного поля или вообще не указывать. То есть вот такая запись тоже имеет право на жизнь. Вы получаете структуру, в которой все поля в дефолтном значении. Соответственно, использовать для сохранения состояния. А про методы. В Go все немного сложнее. Не сложнее, но страннее. Когда вы объявляете тип, любой, неважно, структура это, функция или что угодно, то есть вы можете объявить ее методы. Это специальная запись, по сути, методы это функции, в которой до названия функции вы указываете тип, для которого эта функция объявлена. То есть для переменной типа myInt, я смогу вызвать метод showYourself. Собственно, что важно, что есть два варианта описания, два разных типа методов. По сути, получение объекта по значению. То есть в этот момент я получаю не сам объект, а копию. Соответственно, как и с функциями, я получаю копию, с которой я могу что-то сделать, но эти изменения не покинут эту функцию. То есть эта копия, я никак не влияю на объект, который, собственно, хотел изменить. И есть метод, который объявлен для ссылки на какой-то тип. То есть здесь объявлена звездочка. Сделать крупнее. И тогда я могу значение изменить. Но мне понадобится для этого разменовать указатель, для того, чтобы записать в него какое-то значение. Немножко странный механизм, но он работает для всего, в том числе и для структур. В том числе тип может быть слайсом или мапом, то есть, в принципе, любой тип вы можете описать и сделать ему, грубо говоря, алиас. Что важно заметить, если вы создаете какой-то алиас, допустим, у вас есть какой-то тип, у которого есть какое-то поведение, какой-то набор методов. Если вы создаете для него, по сути, алиас, то есть вы создаете свое название для этого типа, вам недоступны его методы. Сейчас в 1.9 Go идет разговор о том, чтобы использовать, в 1.8 пробовали, но не получилось. Отдельные ветки такой работают для создания алиасов, когда вы сможете получать поведение, которое типа, который вы дублируете для себя, для большей ясности. То есть, грубо говоря, для чего это может быть использовано, кроме как
для использования типов, точнее, для использования поведения, вы можете объявить переменную в has files, назвать ее bool. Тогда вместе вызовы, допустим, где у вас есть функция, которая принимает bool, и которая говорит о том, не has files, допустим, а with files, что-нибудь такое. Если вы вызываете какую-то функцию, которая, собственно, в зависимости от переданного параметра bool, либо возвращает вам с файлами что-то, либо без файлов, если вы просто вызовете функцию и перейдете туда true, это будет классно, это будет работать, но в дальнейшем будет непонятно, почему вы передаете true. То есть либо в названии функции вы должны явно об этом сказать, либо сделать алиас, то есть объявить пару переменных, допустим, назвать как-нибудь вот так, сказать var... что? В дальнейшем, соответственно, просто получать какие-то значения, которые будут более декларативными, будет более понятно, будет понятнее, что именно вы хотите получить. Пам-парам. Про методы, не знаю, вот, собственно, здесь пример того, что... как работают методы. Когда я вызываю метод, который принимает ссылку, я могу модифицировать значение поля, допустим, структуры. Vertex, соответственно, для него определен scale, который увеличивает все во столько раз, сколько передано. Когда я инициализирую структуру, вызываю scale, значение изменяется. То есть вначале было значение, абсолютное значение было 5. Когда я увеличил 10 раз, стало 10. Когда я вызвал еще один метод, который тоже делает то же самое, но при этом я объявил его как метод для копии, ну, то есть метод с работой с копией, я ничего не изменил. Значение само осталось таким же, каким оно было. Парам-парам-пам. Встраивание. Один из механизмов для реализации каких-то вещей, похожих на наследование, в Go реализован с помощью встраивания. Делается это вот так, то есть объявляется тип, допустим, структура, в которую я указываю поле, по сути, анонимное. То есть я указываю только тип, у этого поля нет имени. И тогда эта структура называется заэмбиженной в эту структуру. Соответственно, я могу при работе с объектом Secret Agent работать с полями, которые, по сути, находятся в объекте Person. Вот так. При этом все это сделано максимально просто. Поэтому... то есть вы можете перекрывать какое-то конкретное свойство у себя. Более того, можете назвать его другим типом. Name int.
forward товарищи. И это будет работать. Просто когда вы будете обращаться к полю name, вы будете получать само поле, само свойство объекта, а не свойство вложенного объекта в эту структуру. А, но если его нет, то вы будете при обращении к свойству name, вы будете получать name из объекта, который сюда вложен. Помимо этого, то есть, не знаю, более-менее понятно, я так как-то, мне самому понятно, а как до вас донести-то. Немножко такое вот поведение, которое позволяет один объект вкладывать в другой и, соответственно, получать какой-то набор свойств, не описывая их каждый раз. Если вы, у вас есть вложенная структура, для нее объявлен метод, вы можете использовать этот метод. Как-то так. То есть, если вы эмбедите структуру, вы получаете не только ее свойства, вы получаете ее поведение. А при этом, соответственно, вы можете его перекрыть конкретно для своего объекта. Что важно, о чем я забыл сказать, еще на функциях, в рамках пакета не может быть объявлено двух функций с одинаковыми именами, даже если сигнатуры у них разные. Так как это сделано там в языках C, C++, даже в Java, по-моему. А сигнатура не является частью описания функции. То есть это работает и для функций, и для методов. Для одного и того же объекта вы не можете описать функцию с одинаковым именем, возвращающих разные значения или принимающих разные значения. То есть если я здесь добавлю переменную A, это не спасет, компилятор все равно скажет, что эта функция с таким именем уже описана и не сможет ее продублировать. Но если у вас объект вложен, то для объекта, содержащего в себе, я могу эту функцию описать по-своему. То есть при вызове getName я получил метод, который мне описан конкретно для моей структуры, а не тот, который был описан для вложенной. С помощью этого механизма можно реализовывать много разных вещей. Не совсем наследование, но зато гораздо проще. И, собственно, поэтому, так скажем, люди, которые рассказывают про язык, говорят, что этот механизм не всегда позволяет, даже зачастую не позволяет использовать ООП-парадигму в том виде, в котором вы с ней сталкивались там в Питоне, Java или еще где-то, но вполне себе отвечает за такой функционал. И нельзя просто взять и переложить без дублирования кучи кода какие-то объекты, классы, в Go, но здесь просто немножко по-другому все это работает. Это так. Все то, что я писал до этого, рисует довольно неприятную картину в плане того, что у вас есть функции, вы можете туда передавать какие-то вещи, при этом они все строго типизированы, как и весь язык. И, в общем, непонятно, ну, то есть жить с этим становится не очень удобно.
А почему? Потому что у вас везде железно-захардкорные типы. Вы не можете никак не тестировать это толком, не делать поведение более абстрактным. То есть вы принимаете конкретные структуры, которые обладают определенными свойствами. Если даже у вас там эта структура вложена в другую, вы не сможете получить структуру более высокого порядка. Будет ошибка компиляции. А для этого, собственно, в Go придуманы интерфейсы. Смешной слайд про интерфейсы. Также как любой другой тип описывается с помощью ключевого слова type. И, по сути, это определение для некоторого поведения. То есть вы можете описать функции, которые, точнее, методы, которые будут реализованы каким-либо классом. В наименовании есть вот одна из конвенций, так скажем, языка, принято называть по ER. Если у вас всего один метод, то желательно называть свой интерфейс, соответственно, добавляя ER, как на английском. То есть что-то, что умеет делать какую-то функцию. Там sender, который умеет функцию send, reader, который умеет функцию read и так далее. А типизация. Типизация здесь типа duck typing используется. Интерфейс не может содержать никаких полей, никаких свойств. Это только описание методов. Что важно. Далее, что, собственно, забавного. Если это выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то утка, наверное, и есть. А если у вас любой тип реализует все, будьте здоровы, методы, которые необходимы для реализации этого интерфейса, вы можете передавать эту там, структуру или этот тип как интерфейс конкретный. При этом во время компиляции, грубо говоря, Go проверит, если вы передаете что-то, что не соответствует интерфейсу, он выругается. То есть в структуре хранятся сами свойства, данные, в интерфейсе описывается поведение, какие-то методы, которые позволяют вам более абстрактно работать с какими-то вещами. Сейчас, собственно, покажу, как это все более или менее выглядит. Самый простой случай. У вас есть интерфейс, называется flyer, реализующий метод fly. Есть структура, которая вполне конкретная, у которой есть какое-то свойство. И есть метод на этой структуре. Который описан, собственно. Соответственно, если у меня есть функция, которая принимает принимает и ничего не возвращает, допустим, а может вызвать fly. Соответственно, никаких ошибок компиляции не происходит, это запустится и будет работать.
то есть вы можете функцию получать какой-то интерфейс, и при этом вы сможете вызвать от этого полученного объекта любой из методов, описанных в этом интерфейсе. Если здесь будет, допустим, метод grid, я также смогу bird, увы, не будет соответствовать этому интерфейсу, пока я не реализую этот метод. И тогда я могу здесь сказать в grid, и это тоже будет работать. Вот результат работы grid, вот результат работы функции fly. С помощью этого, соответственно, вы можете в некоторой степени абстрагироваться от конкретных типов. Там, где это возможно, вы можете рассчитывать на какое-то поведение. То есть принимать, допустим, что-то более абстрактное, в каком-то случае, допустим, работающее с файловой системой, в каком-то случае работающее с сетью, но реализующее вполне конкретные методы, которые вам необходимы. И не думать о том, что именно вам передали на вход. И второе, если вы начинаете работать с интерфейсами, время от времени вам может понадобиться все-таки получить конкретный тип. То, что я показывал на функции recover, так называемый, называется type assertion. То, о чем говорил Вася на предыдущей лекции, это то, что один приводимый тип можно привести к другому. То есть у вас есть там тип int, вы можете сказать uint, в скобочках передать туда какой-то int, и получите значение типа uint. Для работы с интерфейсами вы так сделать не можете, потому что интерфейс неприводимый тип, ни к чему он не приводится. Но с помощью type assertion, так называемого, вы говорите, что я хочу попробовать получить объект вполне конкретного типа. При этом есть два варианта такой записи. Одна, скажем так, когда вы прям вот очень уверены в том, что вы хотите сделать, вы можете сказать вот так. При этом, если в этом объекте F лежит не конкретный тип, в этом месте произойдет паника. Будет ошибка, соответственно, как и дальше, ну, соответственно, через там дефер вы сможете ее как-то обработать, но в этом случае происходит ошибка. Если и есть, собственно, более такой, скажем, аккуратный способ проверки, это запись, возвращающая два значения. При этом второй из них является типом bool. И я могу проверить, как бы, если там bird, то в переменную b я получу объект типа bird. Ну, структуру типа bird. Соответственно, могу обратиться к ее имени, и здесь не будет ошибки. Если я попробую обратиться к свойству name от интерфейса, я получу ошибку компиляции, потому что в интерфейсе нет никаких свойств. Он не содержит данных. Собственно, есть большой пример по type assertion. То есть у вас есть какой-то интерфейс,
Вот это называется пустой интерфейс. Отдельная как бы тема, по сути, что-то типа void звезда в C. То есть это что-то, неизвестный объект, не обладающий никакими свойствами, а при этом там может быть что угодно. Для того, чтобы понять, что именно, соответственно, можно через type assertion проверить, если это string, а здесь string, можно это делать и без второй переменной, и получить уже непосредственно объект типа string. Можно проверить через два, так скажем. Можно проверить, а может быть там float, и, соответственно, получить 0 и false. А если вы используете такую запись с неправильным типом, вы получаете панику. А когда я говорил про ошибки, я сказал, что скажу об этом чуть позже, но вот, собственно, время пришло. На самом деле, то, что в Go называется error, тип, как бы встроенный, на самом деле это интерфейс, реализующий вот такой вот, описываемый вот так. Это что угодно, у которого есть метод error, публичный, и который возвращает string. Любой объект, который реализует метод error, может быть возвращен в качестве ошибки. Собственно, поэтому вы можете городить свои собственные типы ошибок. Более того, можете, ну и, соответственно, можете заводить какие-то константы для себя, чтобы каждый раз не проверять и не анализировать ошибки в поисках стандартных своих. Но при этом есть пакет errors, который реализует свою вещь. На самом деле один в один вот такую. То есть у него, в принципе, тот же error string, у которого тоже определенный тип error. Но при этом вот такая запись — это переменная моего типа error string, объявлена вот. Ей присвоено значение функции, там, возвращаемой функции new, которая просто оборачивает string в мой тип ошибки. И вот такое сравнение имеет право на жизнь, поскольку это одинаковые типы с одинаковыми полями, точнее, без полей, но просто одинаковые типы, я получу правильное, скажем так, здесь вот это условие выполнится. При этом, если я сделаю то же самое, но только использую какую-то ошибку из другого пакета, ну или здесь в качестве примера пакет errors, который возвращает, по сути, тоже обертку над string, который тоже имеет свойство error, они не совпадут, потому что они разные. Ну, такое вот сравнение типов, скажем так. И, черт. Возвращаясь чуть-чуть назад к структурам, структуры можно сравнивать. При этом, собственно, больше или меньше, то есть, типа, нельзя определить, больше одна структура другой или нет. А если не определите какой-то свой метод для этого. Но сравнивать на равенство можно. Реализовано всегда одинаково. Это полное совпадение всех полей. Если две структуры полностью совпадают по значениям и описаны, ну, то есть являются структурами одного типа, и у них все поля совпадают, они одинаковы. В этом случае примерно то же самое и случается, что поскольку у них разный тип, это равенство не выполнится. Даже если они одинаковые. И, собственно, для разбора типов, то есть у меня есть функция, какой-то badfunc, которая возвращает что-то, что является ошибкой.
Я взял и описал себе здесь какую-то структуру, которая может содержать в себе больше информации, чем необходимо, так скажем, просто для отображения ошибки. Мне, может быть, эта информация может пригодиться потом. Я реализую метод error для того, чтобы моя структура соответствовала интерфейсу error. Вызываю функцию, которая возвращает вот эту вот структурку, которую я здесь инициализировал. И у меня есть объект типа error. И все, что я могу с ним сделать, это вызвать метод error. Но иногда мне нужно понять, что конкретно произошло, какая ошибка там находится. Для этого в Go реализован отдельный механизм, который называется switch type assertion. А вот эта вот конструкция может существовать только в блоке switch. Если вы напишете просто error type, компилятор выругается и скажет, что так нельзя делать. А в этом случае я могу описать кейсы, какой тип у этой, конкретный тип у этой ошибки. И, соответственно, по кейсам он может проверить, что если мне вернулся nil, вполне себе, поскольку это интерфейс, это ссылка, а может быть nil-ом, у меня все хорошо, ошибка не случилась. Если это конкретная моя ошибка, то я могу сказать что-то более конкретное, обратиться уже, получить свой объект уже конкретного типа. Интерфейсы, передача функций интерфейсов или использование интерфейсов в основном говорит о том, что вы должны постараться функционал свой абстрагировать от конкретных типов. Иначе тогда зачем вам делать что-то, что внутри будет разбирать конкретные типы. Там, где вам это необходимо, есть конструкция, которая позволяет вам это сделать. Но использовать это как основной сценарий плохо, потому что на самом деле, когда вы что-то передаете в функцию, которая принимает интерфейс, компилятор за вас, точнее, runtime Go, за вас, по сути, создает новый объект, который будет ссылаться на вашу переменную и в котором будет описание типа интерфейса. Соответственно, вы получаете дополнительные затраты на получение интерфейса, и вот эта операция тоже не самая дешевая. Обратное вытаскивание из интерфейса конкретного типа. Поэтому этот кейс, когда вам нужен, можно использовать. Я даже там отдельный слайд сделал, поскольку видел, собственно, такой код. Когда люди просто берут и начинают писать все на пустом интерфейсе, разбираясь, ну или в каком-то интерфейсе с кучей методов, а внутри начинают приводить к конкретным типам. То есть функция вроде как более абстрактная, но при этом работает не особо быстро. Поэтому с конкретными типами стоит работать, особенно в высокопроизводительных кусках, когда вам важна критичная производительность, вряд ли вы будете использовать интерфейс. Это удобно, но при этом медленно. Ну и есть, собственно, одна из особенностей, на самом деле, тоже, скажем так, немаловажная. Если у вас есть некоторая функция, которая do iFaces, которая принимает, допустим, slice error, возвращает ошибку, допустим. В чем, собственно, в этом случае возникает проблема? Или, допустим, даже вообще принимает вообще непонятно что. При использовании этой функции, допустим, у вас будет slice int of. Допустим,
Я хочу сказать что-нибудь такое. Компилятор выругается и скажет, что я не могу так сделать. Хотя, казалось бы, вы описали некоторое абстрактное поведение. Сказали, что я хочу принимать чего угодно. Мне нужен слайс любых значений. Мне абсолютно все равно, какого они типа. Но компилятор за вас ничего делать не будет. Если вам нужно реализовывать что-то такое, то вам придется сделать еще один слайс, который сказать, что это будет слайс пустых интерфейсов, соответствующей длины. Даже в копе у меня так не получится сделать, потому что они разных типов. Соответственно, мне придется писать свой цикл. А, соответственно, в каждое... Вот такая запись уже будет валидна. И передавать сюда вот этот интерфейс. Не, все правильно, просто не, там было двоеточие равно, не новое переменное. А вот для того, чтобы каждый раз вызвать эту функцию, если у меня есть что-то более абстрактное и с чем я хочу поработать наиболее абстрактно, мне придется градить вот такую конструкцию. Потому что, ну и соответственно, если я модифицирую, допустим, этот слайс и потом хочу получить значение обратно, мне придется еще раз разворачивать это. Поэтому универсализация через получение пустого интерфейса, она как бы имеет свои накладные расходы, при этом довольно дорогие. Вы правы. Ну, в принципе, да, в случае использования пустых интерфейсов я могу туда и слайсы присвоить. То есть я теряю контроль компилятора над типами. И помимо этого, ну, собственно, получаю кучу проблем, потому что придется с этим делом как-то жить. Ну и, собственно, null interface. Хотела сказать, значит, у типа интерфейс, как у всех ссылочных типов, дефолтное значение nil. Но при этом само ключевое слово в Go, nil, не типизировано. Поэтому, когда вы сравниваете что-то с нулем, с nil, может получиться немножко странных, некоторое количество странных результатов. Допустим, у меня есть функция, две функции. Одна называется getNil, принимает что-то, что-то с этим делает и возвращает. В случае, если ей был передан int, я возвращаю конкретную типизированную ошибку, так скажем. А если в противном случае возвращаю nil. Соответственно, получается вот такое немного странное поведение, когда у вас есть значение, которое, по сути, не инициализированная ссылка. То есть это ссылка, точнее, указатель на какую-то структуру, но типизированный. Когда я возвращаю его и сравниваю это значение с nil,
Я получаю результат, что это не нил. То есть выполняются условия. Хотя я вернул ничего. Поэтому в тех местах, где вам нужно возвращать интерфейс, допустим, error, нужно явно возвращать nil, чтобы человеку, который получает это значение, или в том числе вы, могли явно проверить на равенство нулю, нет, nil type, нужно возвращать непосредственно nil, не типизированный. Такая вот особенность. Хотел еще показать вам некоторые особенности того, как все это живет в более сложном варианте. Если вы работали с интерфейсами в каких-то других языках, в том числе в PHP, в Java, интерфейс там, по сути, это обязательство того, что какой-то класс реализует определенный функционал. То, в принципе, это же достижимо в Go, потому что вы можете встраивать объект интерфейса. Для чего это может быть нужно? Как раз для каких-то абстракций, при этом оставаясь в конкретном типе. То есть, когда вы работаете с объектом став, вы можете обращаться к этому методу и предполагать, что этот все методы, которые описаны в этом интерфейсе, у вас есть. На что это влияет? Когда вы будете создавать элемент, точнее говоря, будете создавать переменную этого типа, объявим можно завести, грубо говоря, для тестов или для разного поведения, допустим. Можно завести несколько типов, реализующих конкретное поведение.
Пам-пам-пам-пам-пам. Что-то у меня еще было. Что в итоге, собственно, получилось? Извиняюсь, как бы, наверное, стоило подготовиться. Даже так. У меня получилась структура, в которой встроен какой-то интерфейс. Я сделал две реализации этого интерфейса. Одну, как бы, настоящую, допустим, здесь будет какой-то объект, который ходит по сети, скачивает какие-то файлы, что-то с ними делает, а другой просто выдает мне какие-то постоянные значения. А за счет, собственно, того, что я встроил интерфейс, в рамках своего описания функционала я могу просто вызывать какие-то методы и надеяться, что они сделаны за меня, они работают, у них все хорошо. А в дальнейшем в поведении я смогу явно при инициализации структуры передавать вполне конкретный объект, который реализует интерфейс. При этом это будет type-safe, то есть, грубо говоря, компилятор не даст мне передать сюда какую-нибудь фигню, и при этом я получаю абстракцию над поведением. Это очень полезно. Понятно? То есть, помимо того, что вы принимаете на вход какой-то интерфейс, используете токовые методы, вы можете в рамках самого объекта абстрагироваться от какой-то конкретной реализации и получить что-то более реюзабельное в плане объектов даже. Что есть всякого разного? Парам-парам. Помимо того, что вы работаете с какими-то вполне конкретными объектами, зачастую поведение такого же можно достичь, используя функциональное программирование или функциональный подход. То, что я описывал ранее в плане функций. Можно попробовать сделать что-то, допустим, объявить какой-нибудь func. Сказать, что это будет function, который принимает Тарам-тарам-там. И
type. Сервер. Интерфейс. Кусочек немножко более такого реального кода писать абстрактно. А, точно не, как бы займет какое-то время. А, допустим, у вас есть что-то довольно сложное само по себе. Какая-то структура, которая, не знаю, допустим, клиент, который ходит по сети. А, и у вас есть куча функционала, который вы хотите, чтобы, собственно, участвовал в работе этой структуры. А, допустим, какая-нибудь авторизация, задержки, там, не знаю, тайм-ауты, какие-то использование каких-то серверов, выбор. И вы пишете вот такую вот огромную портянку, и это на самом деле вполне себе так, похожий на некоторый продакшн-код. Не у нас, но, скажем так, который зачастую используется. А вы кучу огромное поведение запихиваете в один метод, и потом вроде как работаете более-менее абстрактно. То есть вы можете этот клиент описать интерфейс, там, doer, в котором у вас будет получаться, то есть будет передаваться туда клиент, он будет что-то делать, и вроде как все довольно абстрактно. Но вот это вот получается огромная портянка, которая делает все подряд. Сложно это модифицировать, поддерживать и навешивать поведение. В общем, у вас получается при инициализации объекта вам нужно помнить вообще обо всем, что связано вот с этим объектом. И это довольно-таки сложно. А что, собственно, можно сделать? То есть там вот еще какое-то количество функционалов, который реализуется. Можно начать с простого, описать интерфейс. Что-то, что, собственно, что, в принципе, похожее на... То есть что-то, с чем может даже работать вот этот плохой, собственно, код. То есть это клиент, он вполне себе реализует интерфейс клиент. И дальше берем и описываем client func, которая... Это функция, которая принимает HTTP request и возвращает респонс и ошибку. А если посмотрите на функцию do, она как раз и отвечает этому интерфейсу. То есть принимает HTTP request, возвращает response и ошибку. А, собственно, дальше вы описываете метод для вот этого типа, который... Это, по сути, является функцией, и вы для функции, поскольку метод можно описать для любого типа, вы для функции описываете метод, по сути, который вызывает эту же функцию с переданным аргументом. Вот такая вот получается обертка. Для чего все это я делаю? Если вы сталкивались с питоном, кто-нибудь работал, в питоне есть удобная вещь такая, как декораторы. Но здесь, правда, получается гораздо более многословнее, то есть просто написать собаку и поведение и рассчитывать, что за вас интерпретатор там соберет все, что нужно, что-то сделает, и потом передаст вам только то, что вы ожидаете, не стоит, поскольку Go гораздо проще, и как бы это основная из задач, скажем так. Поэтому вы описываете декоратор, который берет клиент, и, по сути, это функция, которая принимает клиент,
интерфейс клиента. Можно даже перенести это в одно место, чтобы было понятнее, что именно происходит. И, соответственно, оборачиваете в декоратор функцию, которая принимает клиент, возвращает клиент. То есть вы можете доворачивать туда какого-то поведения. А как это выглядит? Делается функция decorate, ей передается клиент, с которым вы точно будете работать. То есть какой-то интерфейс, у которого есть метод do. И какое-то число функций, которые реализуют интерфейс декоратор. То есть какие-то функции, которые принимают клиент и возвращают клиент. Вы можете через эти обертки, соответственно, добавить еще поведение. В чем... как это выглядит? Допустим, добавляется авторизация, которая принимает строку, какой-то токен, который вы будете использовать для авторизации, и возвращает там, функцию, которая принимает клиент, возвращает клиент, тип декоратор. И, по сути, это обертка, которая допишет в HTTP-request заголовок. Так можно сделать фактически для, там, для fault tolerance аналогичная вещь, то есть через декоратор получается... там, не знаю, логирование. Что получается в итоге? Через метод decorate вы берете дефолтный HTTP-клиент, который уже реализован за вас. У него есть точный метод do, который принимает request, возвращает response и ошибку. И добавляете, допустим, авторизацию. Явно при этом не создавая объект, не сохраняя это, грубо говоря, boilerplate, ну, то есть количество кода, который вам нужно модифицировать при добавлении еще одного поведения, он довольно минимален. Вам нужно просто добавить еще одну функцию, которая будет добавлять в обертку. Допустим, какой-то load balancing и какой-нибудь логер привязать для всего этого дела. При этом вы создаете новый request. Очень, ну, не знаю, по-моему, вполне себе читается, что происходит, и вызываете функцию do. При этом у этого полученного значения функция do сделает все и внутри себя вызовет do, соответственно, по ходу уже по сети. При этом добавит авторизацию, выберет нужный хост, добавит логирование и, соответственно, вы там проверите результат. Через дефер закроете тело, про сети и про особенности работы в Go будет, наверное, может быть, немножко на следующей лекции, немножко через одну лекцию, даже больше будет отдельная лекция, поскольку там много особенностей. Но в этом случае, что, собственно, самое главное, что вполне себе языковых конструкций в Go достаточно для того, чтобы писать довольно-таки выразительный код. Но он заставляет думать немножко по-другому. То есть, не знаю, когда первый раз такой видишь, думаешь, это странно, но вроде как неплохо. Писать изначально, как бы моя, по-моему, первая программа на Go выглядела что-то вот такое. То есть она делала все, это был цикл с кучей свойств. У меня был интерфейс, по-моему, с 10 методами или 12, что в принципе, считается плохо, потому что в Go считается, интерфейс сделан для того, чтобы минимизировать количество методов, которые вы будете использовать, а не сделать наиболее абстрактный объект, а потом надеяться, что все это будет работать быстро. По сути, использование интерфейсов, пользовательских типов, оберток позволяет вам получить
аккуратно работающий функционал, который, собственно, реализует все то, что вам нужно. Такая вот вещь. А по интерфейсам. Про встраивание рассказал. Вроде все. На самом деле получается, что все. Какие-то вопросы? В домашке по этой лекции, то есть будет просто использование как раз конструкции, там type switch, использование немножко интерфейсов, немножко структур, просто для того, чтобы вы научились с этим работать. Потому что адекватная работа с этим требует практики в основном.